Однажды ехал поезд. Куда ехал-то? В Выползово. А откуда? Так и из Пупышева. Ага. Вот. Вдруг машинист видит, на рельсах стоит. На рельсах стоит? Да не, на рельсах стоит женщина, вся в черном и машет платком. А платок красный? Да нет, тоже черный. Ну? Машинист остановил поезд, вышел. Так. Смотрит, никого нет. Показалось, что ли? Видимо, да. Он так подумал. Залез обратно, поехал дальше. Смотрит, опять женщина стоит. Ну? Опять вышел. Так? И опять ее нет. А-а-а. Он стал смотреть кругом и вдруг увидел двух... Женщин? Нет, двух детей, привязанных к дереву. Живых? Живых, живехоньких. Ну? Оказалось-то вот что. Этот машинист много лет назад бросил жену и двоих детей. Подлец! Да, уехал на север, отдохнул и забыл, как его зовут. Да ты что? Да, а когда вернулся, стал пить и работать машинистом. А что машинистом только, если пьешь, можно работать? Видимо, да. Жена и дети хотели вернуть ему память. Ну? Но он же забыл, как его зовут. Ну? И они стали появляться на его маршруте то повешенными, то раздавленными, то привязанными. Ну? Но память к нему так и не вернулась. Так? Вот он и ездит из Пупышева в Выползово. А обратно? А обратно из Выползово в Пупышево. И что, все время останавливается? Без остановок ездит. А может, он пьяный просто? Пьет. Машинист пьет. Страшно. Ой, страшно. Ага.